Чистую победу одержал Матвей. Далекий 1962. Именно в тот год в Рубцовске впервые узнали о греко-римской борьбе. Тогда в городе открылась спортивная секция. Один из основателей, Виктор Бочевар, первый мастер спорта в Рубцовске. Он подготовил 4 мастеров спорта СССР и России. После смерти легендарного спортсмена в памяти о нем начали проводить турнир. На него съезжаются лучшие борцы Алтайского края и Республики Алтай. Это почти 200 спортсменов. Есть ребята хорошие, есть призеры России, есть победители России, есть члены сборной команды Сибири, победители Сибирского федерального округа. Так что опытные. Ну и мы как раз здесь, многие привозят сюда ребятишек, чтобы проверить. Все равно турнир он к чему-то обязывает. А это как бы этот турнир один из отборочных для команды сборной Алтайского края. Один из отборочных, потому что потом сформировать команду Алтайского края и достойно выступать на Сибирском федеральном округе. Турнир длился 2 дня. Борцы 2008, 2009 и 2011-2012 годов рождения проводили по несколько схваток в день. Кто-то проходил дистанцию уверенно, а некоторым она далась тяжело. Для победы хватило, наверное, больше физической силы и большей подготовки к соревнованиям, но к этой схватке, к этому сопернику и его стилю борьбы. Первый день турнира – настоящий праздник спорта. Все началось с предварительных схваток, а после – торжественная церемония открытия. Слова приветствия от первых лиц и гостей турнира, а также яркие творческие выступления. Ради красоты! И главный подарок от организаторов для юных борцов – мастер-класс от символа греко-римской борьбы. Роман Власов – двукратный олимпийский чемпион. Чемпион мира и Европы поделился с ребятами своими фишками, заготовками, приемами и каждому дал совет чемпиона. Каждый ребенок растет на примере того, кто перед ним протоптал эту дорогу. Детям важен пример, важно соприкоснуться с большим чемпионом, с примером, с символом вида спорта. В моей жизни у меня был Александр Карелин. После такой встречи и мастер-класса от чемпиона заключительный день турнира подарил эмоциональные схватки. Замотивированные борцы выдавали максимум, и зрители наблюдали яркие финальные поединки, по итогу которых ребята из Алтайского края чаще поднимались на пьедестал. Теперь же выход тренерского состава. Ему предстоит сформировать сборную региона, чтобы с таким же огоньком выступать на сибирских и всероссийских стартах. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.